Главного врага вора в законе Гуля охраняют 10 телохранителей и по мнению криминальных экспертов, воры в законе готовятся к кровопролитию. В криминальном мире началась настоящая война кланов-воров в законе Гуля, настоящее имя Надир Салифов, и Бадри Таискова. Бадрика Гуашвили. Как пишет издание Разбалтса с ссылкой на источник в правоохранительных органах. В сложившейся ситуации в наименее выигрышном положении находятся именно сторонники Бадрику Таиского, Ведь у Гули гораздо больше сил, ресурсов, боевиков, денег, поддержки. К тому же многие представители криминального мира признают именно правоту Гули, понимая опасность. Кагуашвили предпочитает передвигаться по Москве в бронированной Эцхиют машине, которую ему подарил вор в законе Эдуард Асатриан. Кроме того, по данным издания, его сопровождают 10 телохранителей, подосланных от бывшего босса всех боссов шакры молодого, Захарий Калашов. Не получив поддержку у воров, Бадри отправился за помощью к боевикам. Известно, что он вел переговоры с криминальным авторитетом Зауром являющимся близким родственником криминального генерала Ровшина Джанева, Равшин Линкаранский, убитого в Стамбуле три года назад, причем считается, что заказчиком преступления является Гуля. Затем в поисках союзников Кагуашвили уехал в Европу. Исследователи не сомневаются, что в этой ситуации уже в ближайшее время начнут звучать выстрелы и польется первая кровь. Удар может быть нанесен по приближенным к Гуашвили и Гуле. Известно, что война в криминальном мире началась после того, как еще в турецком доме Гули авторитет Армандики избил воров в законе Чихладзи в присутствии Надира Салифова. После этого всегда плохо относившийся к Гуле Бадри объявил, что тот позволил мне вору в законе поднять руку на криминального генерала, поэтому Надира Слейфова необходимо лишить высшего титула в воровском мире. Перед этим Кагуашвили получил поддержку Шакры Молодого. По словам самого Гуля, он действительно пригласил к себе Чихладзе. При этом Салифову не понравилось, что в его отсутствии в Турции Квежович начал тесно общаться с представителями клана Ровшина Джанева, планировавших в один из периодов нападения на дом Гули. Об этом и сказал Надир Салифов, но Чихладзе вел себя довольно вызывающе. Также он заявил, что не считает людей ровши на плохими, будет и дальше с ними дружить. Недовольный Гуль вышел из помещения, из Чихладзе начал говорит Арман. В итоге он побил своего оппонента и вернувшийся Гули сразу остановил Армана Дикого и предложил к Вежу Овечу как пострадавшему разобраться со своим обидчиком на месте. Тем не менее, Чихладзе предпочел покинуть дом, а Гули подчеркивал, что его гостя избили в его отсутствие. Тем не менее подробности и потасовки достоверно неизвестны и этого вполне достаточно для огромного количества противоречий в криминальном мире, что уже привело к серьезному конфликту между двумя противниками. Ранее Top News писал о том, что вор в законе показал общак после ареста вора в законе Олега Шишканова, воровская касса уплывает в Турцию. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей, ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, Алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.